Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня я с вами поделюсь своим замечательным рецептом приготовления ромовой бабы. Десерт просто чудесный. Выпечка нежная, воздушная, легкая и ароматная. Прекрасно дополняет эту выпечку пропитка и помадка. Все будет очень вкусно. Рецепт несложный. Смотрите видео и выпекайте вместе со мной. И радуйте свою семью только вкусной, домашней, ароматной выпечкой. Для теста нам нужны будут следующие продукты. 370 граммов муки, 100 граммов сахара, 100 граммов растопленного сливочного масла, 2 яйца, 1-3 чайной ложки соли, 15 граммов свежих дрожжей или 1,5 чайной ложки сухих дрожжей, пол пакетика ванилина, 50 граммов изюма, я его уже запарила и высушила. 120 миллилитров теплого молока. В миску выливаем теплое молоко, ни в коем случае не горячее. Добавляем столовую ложку сахара и добавляем свежие дрожжи. Раскрошили. И добавляем теперь пару столовых ложек муки. Размешали все хорошо и оставляем нашу опару в тепле на 15 минут до образования шапочки. Опара готова. Размешиваем ее ложкой. Теперь добавляем соль, пол пакетика ванилина для аромата обязательно. Размешали. И теперь добавляем 2 яйца, взбитые с оставшимся сахаром, в легкую пену. Так дрожжевая выпечка у нас будет пышнее. Размешали. Теперь смотрите, 1 столовую ложку откладываем на изюм. Всю остальную муку частями добавляем в тесто. Мука у меня уже заранее просеянная. И замешиваем ложкой тесто. Добавили половину муки в тесто. Теперь выливаем растопленное сливочное масло и вмешиваем масло в тесто. Масло не должно быть горячим. Комнатной температуры, еле теплое. Вмешиваем масло в тесто. Добавляем еще муки и продолжаем замес теста ложкой. Вмешали ложкой всю муку. Тесто должно быть липковатым. Вот смотрите. Теперь добавляем изюм с мукой. И снова вмешиваем изюм в тесто. Можно ложкой, можно делать это руками. Кому как удобно. Так, смотрите. Вымесили наше тесто. Для удобства руки смазали растительным рафинированным маслом. Тесто должно быть липковатым. Вот таким. Не забитым. Теперь взяли другую миску, смазали дно и бока растительным рафинированным маслом. Выкладываем сюда тесто. Накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 1 час. Тесто наше готово. Формочки я также подготовила, смазала их растительным маслом. Больше муки мы не добавляем. Теперь очень просто. Берем, отрываем кусочек теста, скатываем в шарик и выкладываем в формочку. Совсем немного. Заполняем формочку тестом на 1/3. Не забивайте тесто мукой. Поверьте, по этому рецепту ромовые бабы получаются нежнее нежного. Полный противень у меня заготовок.
Накрываем полотенцем и оставляем теплеть для расстойки. После расстойки теста, которое по времени длилось 50 минут, ставим наши ромбабы в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень, режим вверх-вниз. Готовим сироп для пропитки. Нам понадобится 4 столовые ложки сахара, 100 мл воды и 1 столовая ложка коньяка или рома. Берем сотейник небольшой, высыпаю в него сахар, заливаю водой и ставлю на огонь. Ромбабы выпекались полчаса. 3 минуты кипел сироп. Выключаем огонь. Теперь добавляем 1 столовую ложку алкоголя. Это может быть бальзам, ликер, ром. Все что угодно. И размешали. Сироп готов. Достаем нашу выпечку. С силиконовых форм достается очень просто. С железных форм выпечка достается немного сложнее. Приходится ножом поддевать. Вот так. Вот такие у нас ромбабы получаются. С маленьких форм намного легче достаются зубчики. Здесь у нас не такие маленькие. Смотрите, выпечка превосходная, мягкая, легкая, как пух. Все подготовили. Значит, для начала я хочу вам показать, какая же структура выпечки у нас получилась. Тесто просто нежнейшее, очень мягкое. Смотрите, как будто воздушное. Честно сказать, они даже без всякой подливки и пропитки вкусные. Поэтому всем рекомендую приготовить по этому тесту. Смотрите, какое оно пористое. Ароматное, очень нежное. Сейчас вам покажу, как правильно пропитывать. Значит, смотрите, прокалываем нашу выпечку зубочисткой, но она и так пористая, и опускаем в сироп на 3 секунды. Переворачиваем, вот, и кладем на поднос. Снова прокололи зубочисткой, на 3 секунды опускаем и переворачиваем. Можно не добавлять алкоголь, можно заменить пропитку соком апельсиновым, лимонным, то есть кто как придумает. И переворачиваем. Теперь приготовим помадку. Я готовлю очень просто, уже не раз вам показывала эту помадку. На 100 граммов сахарной пудры я добавляю столовую ложку молока и чайную ложку лимонного сока. А дальше смотрим по консистенции. Берем еще 1 столовую ложку. Вот, смотрите. И хорошо теперь вымешиваем ее. Хорошо. Идеальная помадка. Вот, смотрите. Быстро наносим ее. Главное, что готовится очень быстро и нравится моей семье. Дети обожают, слизывают ее постоянно. Ромовые бабы готовы. Отличная выпечка. Порадуйте своих родных и приготовьте по этому рецепту просто вкуснейшую и нежнейшую выпечку. Глазурь превосходная. Готовится в считанные минуты. Мои дети ее просто обожают. Всем рекомендую. Выпекайте и радуйте свою семью только вкусной домашней выпечкой. Смотрите на этот разрез. Нежнейшая выпечка, ароматная, мягкая, сладкая. Я вам всем рекомендую приготовить ромовую бабу по этому рецепту. У всех получится. Это 100%. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка под видео. Подписывайтесь на мой канал.
ставьте лайки. А с вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!